нашей стране очень тяжело с рок-музыкой. Какую бы крутую музыку ты ни делал, на радио, на телевизор это не попадет, потому что это рок. И всех это как-то сразу отталкивает. Я хочу доказать, что рок-музыка может быть очень фирменной на мировом уровне. Поэтому мы здесь, потому что мы увидели в этом какой-то единственный шанс. И очень надеемся, что найдется больше людей, которые полюбят наше творчество, потому что мы действительно выкладываемся и делаем это с душой. Здравствуйте! Я солист неизвестной группы Multiverse. Очень рада быть здесь. И после того, что мы здесь слышали, тяжело, конечно, но... Группа Multiverse. Что-то мы никогда в жизни так не нервничали. Зал оценил. Оценит ли жюри? Ну, если вы сюда пришли, я не стану спрашивать, зачем. Очевидно, вам это для чего-то нужно. И то, что вот сейчас прозвучало, это было очень интересно и крепко, и впечатляюще. Но не могу отказать себе в удовольствии попросить вас петь. Женщина, которая поет.